Всем здравствуйте, с вами интернет-магазин kado.ru. Покупайте лучше, про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать и показать, как мы будем распаковывать профессиональный секатор для обрезки веток и сучьев на высоте. То есть, если вам нужно обрезать на приличной высоте, это от 4 метров до 6 метров ветки, да, и нет возможности поставить лестницу, вот используются такие специальные сучкорезы. Такой сучкорез хорошо иметь даже в хозяйстве, он у вас все время будет на штанге. Если вы увидели где-то какую-то ветку, которую нужно обрезать, вы просто берете, подходите и этим сучкорезом, секатором обрезаете. Фирма Бергер делает очень хороший инструмент для обрезки, очень хорошие секаторы, очень хорошие пилы. И вот такой вот замечательный секатор для высоты. Ранее был секатор более такой дешевый. Сейчас он сделал такой вообще какой-то навороченный. Тут две пружины стоит, специальное тефлоновое покрытие на лезвие. И, как утверждает производитель, можно срезать ветки до 50 миллиметров. А сейчас мы это распакуем и посмотрим, как это все работает на штанге уже. Итак, мы сейчас распакуем этот сучкорез для высоты другим секатором. Здесь в комплекте идет специальный чехол фирмы Бергер для хранения этого секатора. Так, такая мощная конструкция получилась. Здесь три уровня так называемого храпового механизма, который используется в обычных ручных секаторах. То есть, если мы будем срезать очень толстую ветку, и у нас не будет хватать силы, да, или бы усилия, то здесь вот есть такие три уровня. Первый уровень, вот он проскакивает. Второй и третий. Поаккуратнее, тут все такое острое. Вот, здесь идет специальное отверстие для крепления на штангу. Крепится с помощью таких застежек, специально для фирменной штанги Бергер. Профессиональный. Очень просто. Также снимается все очень просто. Все, сейчас попробуем уже, как эта штука работает на штанге. Итак, секатор для обрезки веток на высоте собран. Вот на такой штанге. Это штанга Бергер трехсекционная. Есть еще штанги Бергер 4-секционные, то есть можно работать до высоты 6 метров совершенно спокойно. Вот идет регулировка специальная.
секатор имеет специальный храповый механизм для того, чтобы обрезать достаточно толстые ветви, как утверждает производитель, до 50 мм. То есть мы можем, здесь три уровня, да, вот мы тянем за специальную систему рычагов. На самом деле все идет очень плавно. Нет такого прямо такого усилия мощного. То есть если попадет действительно мощная ветка там 40-50 миллиметров, то за три захода мы ее срежем. Чтобы показать, наверное, высоко не будем. Думаешь, она как крючок зацепляется. Вот я зацепил этот крючок. Раз, а вот пошел работать теперь механизм. Срез очень ровный, кстати. Смотри, какой срез. Шикарный. Срез очень ровный. Без задиров, без ничего. А чувствуется, что тихое покрытие. Действительно, как по маслу режет. Какие-то веточки прям за один проход, где-то 2 с половиной, 3 сантиметра за один проход срезались просто на раз. Вот, 40 миллиметров, ну за два прохода можно брать. Понравилось то, что вот удобно, как крючок накидываешь. То есть на ветку, как крючок накидываешь, можно прям зацепить и срезаешь. Замечательный конструкция, профессиональная. Вот. Так что покупайте лучше, про остальное забудьте.